Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сейчас мы вам сегодня покажем, как работать заклепочным инструментом фирмы Gesipa. Вот он у нас, такая модель, флиппер название. Вот он в открытой коробочке. Ставить будем заклепочку 3.2 в подготовленное отверстие в металл 1,5 мм. Значит, в комплекте идет контейнер для сбора поставщиков. Вот он одевается. Там есть ключик в торце для смены носиков и носики. Ну, собственно, вот он, сам заклепочник. Вот заклепочку берем, оставляем. Металл. Вот. И заклепочка выпала в контейнер. Следующую. Очень удобно.